13 июня. Сегодня третий, заключительный день похода. У нас ранний подъем. В 5 утра мы уже проснулись, развели костер и начали заниматься лагерными делами. Погода уже с утра радует. Тепло, светит солнце. И что немаловажно, нет комаров и мошки. Для начала кипятим воду для чая. В походе его много не бывает. На стоянке обычно выпиваешь пару кружек горячего чая с печеньем, конфетами и другими сладостями. После чая ставим воду для риса. Утренний завтрак всегда необходим. Он обеспечит тебя зарядом энергии на несколько ходовых часов. Практически все, что мы планировали, нам удалось осуществить. Озеро Озерышное и озеро Фейн-Нандера перестали быть для нас темными пятнами на карте. Немного информации получено. Местность, которая окружает эти озера, весьма интересна. Встречается много открытых участков без деревьев. Но есть и настоящие дебри, особенно у озера Озерышное. На улице становится все теплее и теплее. Мы заканчиваем со всеми делами, доедаем утренний завтрак и готовимся к выходу. В 9 часов 10 минут мы начинаем выдвигаться с нашей стоянки на озере Фаш-Нудыра. Сейчас мы будем двигаться по той же дороге, что шли сюда, только у нефтепровода. А мы повернем направо и пойдем по нему, через озеро Дерябино. Наш сегодняшний маршрут будет чуть больше 20 километров. В 9 утра покидаем базовый лагерь, который нас приютил на 2 ночи. Сейчас двигаемся к развилке, там, где находится урочище Бакалды и стоит столик. Проходим по уже знакомым местам. Вокруг болото, вид не слишком радостный. Через несколько минут хода мы подошли на нужную развилку. Теперь сворачиваем налево, то есть на юг. И продолжаем движение по основной лесной дороге. За 2 дня здесь особо ничего не изменилось. Возможно, только лужи стали более полноводнее из-за вчерашнего дождя. Проходим их по обочине. Лужи встречаются нечасто, что для нас очень хорошо. Затем выходим на немного горелое и открытое пространство. Стоят мертвые и безмолвные деревья. Через несколько минут мы вышли к уже знакомому домику. Останавливаться не будем, здесь мы уже все осмотрели. Сейчас мы двигаемся до столика со скамейками. Идти до туда не особо далеко. Пейзажи меняются. На смену горельнику приходит обширное Ардинское болото, которое находится с левой стороны по ходу нашего движения. Гнуса нет совсем. Легкий ветер небольшими порывами все сдувает. Денек сегодня просто отличный. Тепло, светит июньское приятное солнце. Наш поход приобрел заключительную стадию, хотя до конечной точки нам идти еще очень прилично. На горизонте показалась долгожданная развилка с оборудованной стоянкой. Несколько минут здесь отдыхаем. Восстановив силы, продолжаем движение. Теперь двигаемся до речки Черная Маза. На нашем пути появляются старые добрые препятствия в виде больших луж, но мы уже знаем, с какой стороны их обходить. Выходим на захламленный участок леса. Валяются поваленные безжизненные березы. Места здесь немного грустные, а ведь еще в 2009 году ничего не предвещало беды. А мы тем временем подходим к речке Черная Маза. Останавливаться на отдых не будем, еще не устали. С низины выходим на небольшую возвышенность, где нас ждал неожиданный сюрприз в виде гадюки. Небольшая на первый взгляд, но ядовитая змея ползла прямо по дороге. Места обитания гадюки разнообразны. Это и торфяные болота, и осветленные смешанные леса, берега различных пресноводных водоемов, влажные луга и окраины полей. В летнее время гадюка иногда греется на солнце, но обычно прячется под старыми пнями или в расщелинах. Змея не агрессивна, но при приближении человека старается использовать свою камуфлированную окраску настолько, насколько это возможно, чтобы уползти. И только в случае неожиданного появления человека, либо при провокации с его стороны, она может попытаться укусить. Для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к смерти. Идем дальше. Теперь наш путь лежит к нефтепроводу. Правда, на него мы выйдем немного в другом месте. Идти около 4 километров. Для того, чтобы пропустить огромные лужи, мы немного изменим и разнообразим наш маршрут и пойдем через озеро Дерябино. Километраж при этом получится несколько больше, но дорога там намного лучше, поэтому по времени мы особо не проиграем.
Лесные просторы между речи Кежинцы и Ветлуги очень сильно пострадали во время пожаров 2010 года. Эта вся огромная территория для европейской части России буквально изрезана тяжелыми ранами от пожаров. Пройдет еще не одно десятилетие, после чего эти леса окончательно восстановятся от полученных травм. Лесная дорога ведет нас к намеченной цели. На одной из развилок мы повернули направо и пошли более короткой тропой. Дорога весьма неплохая. Видно, что ее поддерживают в рабочем состоянии. Но частого движения здесь, естественно, нет. Пройдя от той развилки около 2 километров, мы наконец-то выходим к нефтепроводу. Теперь двигаемся по нему. Здесь видны следы от тяжелой гусеничной техники. Они свежие. Значит, лесные работы в самом разгаре. И где-то рядом находятся люди. И это неудивительно, ведь до асфальтовой основной дороги по прямой около 5 километров. Идется хорошо, но в низинах из-за дождей образовались неприятные лужи. Не сказать, что их было много, и преодолевать их было совсем мучительно и невозможно. Но несколько минут мы затратили на это препятствие. В некоторых местах нам даже пришлось разуваться, чтобы не намочить обувь. Но все же в основном мы двигались по песочной накатанной дороге, где лужи встречались крайне редко. В отличие от небольших лесных просек, нефтепровод очень удобен в плане ходьбы, ведь здесь совсем нет завалов, и благодаря этому скорость практически всегда постоянна. Выйдя к нужной развилке, мы сворачиваем в лес и отправляемся к озеру Дерябино. Погода портится, солнце скрылось за тучами, начинает моросить неприятный мелкий дождь. Идти по сосновому бору приятно, здесь совсем нет горельника. К тому же кроны деревьев немного защищают нас от дождя. Было бы слишком легко и просто, если бы прямо до озера была бы такая дорога. Озеро Дерябино окружает болото, и собственно эта лужа появилась именно благодаря ему. Видимо, это хорошее половодье, и обилие дождей спровоцировали это болото на такой разлив. По краешку дороги мы прошли эту лужу. И буквально через 0,5 километра мы вышли на берег озера. Сюда мы пришли с опережением графика, и около часа свободного времени у нас было в запасе. Передохнув и набравшись сил, мы выдвигаемся к асфальтовой дороге. Идти около 4,5 километра. Сосновый лес заканчивается, и на смену ему пришел лиственный лес, во главе с березой. Подводя итоги похода, хочется отметить озеро Озерышное. Все-таки не зря мы туда ходили. Это озеро сумело сохранить свой первозданный облик. Естественно, вмешалась погода, но куда же без нее. Сильный ветер и ливень немного изменили наши планы, ускорив пребывание на озере. Про другое озеро под названием Фенина дыра особо говорить нечего, ведь в нем практически нет воды. Пейзажи вокруг озера в основном болотные, много горельников в тех местах, и это немного удручает. Поход подходит к концу, остается пройти совсем немножко. За 3 дня мы преодолели 52 километра и 300 метров. Thank you.